Онлайн-марафон лучших детских программ 1 июня пройдет на национальном телевидении Чувашии. В программе «Отдыхай» с 15 до 17 часов ведущие будут общаться в чате в группе ВКонтакте медиа-центра «Кучамала» и выигрывать призы от открытого города. У зрителей будет возможность посмотреть фрагменты любимых передач. Также ко Дню защиты детей состоится виртуальный поэтический фестиваль «Читаем вместе». Участникам предлагают разместить в социальных сетях видеоролики, на которых они читают любимые детские стихи на родном языке, указав хэштег «Перле Вулатпар».